имя Отца и Сына и Святаго Духа. Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Спасение Бог совершает своими неведомыми и удивительными путями. И вот Он избирает один из народов и делает его своим избранным народом. Как любящий садовник, который знает, какова цена драгоценному цветку, драгоценному растению, он окружает это растение заботой и любовью, нещадно пропалывая все сорное, траву, которая может уничтожить еще слабые ростки этого растения. Так Господь обрезал все гнилые и сухие ветви у своего народа. Но настало время, чтобы этот народ принес плоды. И отныне уже не только ветхозаветное, и не столько ветхозаветное, но новое приходит на землю иудейскую. Старый закон уступает место исполнившему его новому закону и новому завету Бога и человека. И поэтому Господь наш Иисус Христос идет учить не только иудеев, не только заблудших чад народа Божия. Он идет в пределы, которые считались местом смешения народов, местом языческим, там, где жили люди неблагочестивые, где жили люди, которые не соблюдали закон. Он идет туда, чтобы и там также возвещать Царство Свое. Потому что отныне не только на этом месте, как сказал он жене самарянке, тоже из тех же мест, которые считались языческими, он сказал ей: не только на месте, где сейчас стоит единственный на земле храм, но скоро на каждом месте вы будете поклоняться Богу в духе и истине. И вот он идет в Галилею, идет в Капернаум, поселяется в Приморском Капернауме. Вы знаете, Приморский город – это всегда место пересечения судеб, пересечения путей, пересечения разных мировоззрений, разных религиозных убеждений. И Господь особое внимание уделяет тому, что отныне есть и овцы из других дворов, которые придут и возлягут. Для древнего иудея это было слышать страшно. И возлягут рядом с Авраамом, Исааком, Иаковом. Когда же мы поймем, что быть избранником Бога значит любить Его, значит сердцем своим быть преданным Богу, а не кровь и не земля, и не какое-то особое заслуги предков, не это делает избранником Божьим.
Но как часто, имея какой-то дар, имея какое-то особое благословение Божие, человек начинает присваивать его себе, говорить: «Мне и только мне принадлежит этот дар». И охранять начинает его от других. Часто для нас же разумеется, что, войдя в храм, надо поклониться, что надо так-то себя вести, что волосы у женщин должны быть покрытыми, ну, прочие вещи. Важные, нужные, но все же не главное. Придя в храм, нужно всем сердцем своим обратиться к Богу. И тогда внешнее будет следствием этого внутреннего благоговения. Вот это и есть главный дар – присутствие Божие в сердце человека. Мы знаем, ведь фарисеи были внешне очень-очень порядочные люди. У них было все, что необходимо для порядочного человека. Одевались в нужные одежды, благочестивы, все прикрывали, молились четко и по графику, омывали скамьи и посуду, чтобы соблюдать законы ритуальной чистоты, отдавали десятину в храм, четко отсчитывали до монетки, иногда даже больше давали, вот и так далее. Все соблюдали, но при этом внешне оставались, а внутри, как сравнивал их Господь, были подобны гробам, которые внешне красивые, но внутри содержат гнилые кости и гнилую плоть человеческую. Таковы были фарисеи, которые должны были быть и законники, и книжники, хранителем закона Божия, а были вместо этого поношением, потому что внешне соблюдали, а изнутри были нечестивы, прогоняли просителей, не слышали требующих помощи, не выходили к людям, презирали людей. Вот каковы они были. О, что бы и нам не уподобиться им, надо всегда помнить, что двери не только нашего храма должны быть открыты для всех, но и двери храма наших сердец должны быть открыты для любого человека, который нуждается в нашей помощи. Помним с вами, что через нас прославляется Бог. В нас люди должны видеть Христа. Тогда и будет приток людей в храмы, когда в каждом из нас, верующем христианине, человек увидит отблеск Царства Божия, который Христос идет благовестить не только своим избранникам, народу Божию, но и всем народам, ибо отныне завет заключен Богом со всеми любящими и принимающими Его. Аминь.